Сегодняшний Грозный кардинальным образом отличается от того, что был даже в советское время. Рамзан Ахмадович, это ваша заслуга. Когда давно все спят, беспокоишься, стремишься сделать лучшего сто крат. Город Грозный, город мира, это часть твоей души. Честь его, как честь мундира, ты хранишь во имя Чечни. Рамзан сказал, а значит сделал. Всегда в борьбе, в работе, отдыха не дня. Рамзан, ты наш путеводитель верный, а мы с тобою рядом навсегда. Рамзан, ты наш путеводитель верный, а мы с тобою рядом.